Приветик, мои дорогие подписчики! Мы с вами на канале Супер Развлекательный! И сегодня долгожданный мой котенок! Это же Мурчики Мурка! Помните их? Тогда давайте поиграем вместе! Тем более у меня новое задание! И оно, вам скажу, не такое уж и простое! Но с вашей помощью я обязательно одержу победу! Тем более нам в дом куча всего надо покупать! Давайте зарабатывать монетки вместе! Погнали, друзья! Так, Мурчик, привет! Как ты тут живешь, поживаешь? Между прочим, тебе нужно еще одну змею. Ой-ой-ой, одна змея — это не так уж и много. Давай мы это будем делать очень быстро. Побежали. Так, давайте выйдем хоть куда-нибудь, а то мне же тут здесь совершенно не нравится. Ай, меня сейчас как вот этой машиной придавит, мало не покажется. Так, я побежала, тут пешеходный переход, между прочим. Машина не должна меня достать. Вот так и вот так. Двигаемся по направлению к змее. Надеюсь, что я ее скоро найду, потому что пока что мне попалась одна утка. Ой, там лисица, тут утка. А если прямо бежать мимо утки, мимо лисицы, может быть, я натолкнусь на змею? Ого, это медведь. Нет, тут медведь мне, кстати, совершенно не нужен. Эй, змейки, вы вообще где пропали? Вы где ползаете-то, а? Я уже забыла, где у нас змеи находятся. Вот честное слово, забыла. Я вот даже не знала, куда мне бежать. На эти скалы, что ли, отправляться? Слушайте, там вообще ничего нет, ни уток, вообще ничего. Эй, так, это петух. Нет, петух мне совершенно не нужен. Давайте все-таки остановимся и посмотрим, где может быть змея. Итак, лес, горы, пустыня, пещера, заброшенный город, канализация. Даже в канализации змеи ползают, но в канализации еще и крокодил живет, так что я туда не хочу. А вот горы, ну хорошо, давайте посмотрим, может быть, в горах. Итак, горы у нас недалеко, побежали к горам, только мы не будем на скунсов попадать, пожалуйста. Я лучше со змеей справляться буду. Эй! Я уже до гор добралась, теперь давайте я хочу змею увидеть. Ну, где змея? Ну, где змея-то? Ну, вот я уже в горах, где мои змеи? Вот я тут вот бегаю, прыгаю, а змей никаких не вижу. Эй, ну же, ну хоть одна, ну хоть несчастненькая. Нет, в сторону собаки я не побегу. О, стоять, вот, кажется, я нашла уже одну змею. Так, котик мой дорогой, только нас... Не-не-не-не-не-не-не, мне не нужна собака, мне нужна змея. Вот я направляюсь в сторону змеи, вот. Итак, главное прямо никуда не сворачивать. Я не вижу змею. Ой, у меня совершенно энергии нету, а собака, между прочим, приближается. Я не хочу нападать на собаку и одновременно на змею. Пойдемте медленно. Ой, нет-нет-нет, вот сюда, вперед. Медленно, медленно, а теперь побежали. Вот сейчас должна быть где-то змея. Вот я ее прямо чувствую, вот прямо здесь. Ну и где она? Ну и где она ползает-то? Вот, змея. Змея! Ой-ой-ой-ой! Ого, их много! Давай, помогай! Мне одну надо достать! А, нет, только не это! Кажется, они меня победили. А, 4 змеи там было или 3, вы не видели? Дорогие мои подписчики, меня змея укусила. Ужас просто! Так, я не хочу больше в горы идти. Мне нужно какое-то такое место, где змеи будут ползать просто так. Давайте по одной штучке. Ну-ка, зайдем на карту и посмотрим, где у нас город. Итак, посмотрим, это мельница. Не, на мельницу не хочу. Это мой городок. А где город-то? Эй, город! Слушайте, здесь столько интересных мест. Может, даже вроде бы на остров какой-то приплыть. Только вот пещера даже есть. Только в пещере, наверное, тоже будет очень много змей. Так, а это что такое? Слушайте, я не помню, где здесь город, где здесь что. Ого, вот город, все, вижу город. Я иду в город. Тем более, у меня там есть один маленький дом. Все, я побежала. Ну-ка, 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 смотрим. Ой-ой-ой-ой, так, мне вот в эту сторону. Итак, город мой совсем недалеко. Мне надо побежать вперед, потом завернуть направо. И там, говорят, я встречу симпатичного змееныша. Будем на это надеяться.
Ну-ка, побежали, побежали. Прямо, прямо, прямо. А мне переходить дорогу надо? Ну что, машин нету? А, машины, только не едьте, пожалуйста. Во, вот так, отлично. Ну что ж, может, по дороге я и встречу какую-нибудь змею. Нет, я петуха встречу. А, вот змея, ребята. Вот здесь вот должна быть змея. Но там еще и есть скунс. Мне не нравится такой расклад. Я лучше побегу в город. Там я должна буду встретить не только змею, но еще и свой личный городской домик. Было бы здорово. Так, побежали, побежали, поскакали. Так, петуху бы лучше... Нет, я петуха не буду трогать, я мимо пробегу. Вот, городу, городу мы направляемся. О, нет, тут белки. Не хочу с ними драться. Как бы их пройти-то мимо? Эй-эй-эй-эй. Ого, понапрыгали, понабегали. Я в город двигаюсь, а они ко мне. Нет-нет-нет-нет, я не собираюсь с тобой сражаться. Я вон иду прямо... Никуда не надо. Только по-быстренькому, Котя, по-быстренькому, чтобы на тебя никто не нападал. Так, вот, мне говорят, змеи в городе живут. Вот я к ним и приближаюсь. Ну-ка, да, в округе больше змей никаких нету. А 4 штуки в горах я вообще встречать не хочу. У меня есть надежда, что мне попадется одна какая-нибудь хиленькая, несчастненькая змея. Тем более 2 я уже победила. С одной я как-то уже как-нибудь справлюсь. Так, еще чуть-чуть, и я буду в городе. Как же я его обожаю стоять. Вот здесь мне сейчас должна встретиться змея. Ой-ой, вот это я зря, наверное, туда мечу. Значит, мне надо в другую сторону. Поворачиваемся, поворачиваемся. Мне надо вперед. Слушай, а меня там коршуны не съедят, а? Я вот на них не хочу совсем нападать. Ай, они за мной, да? Я так и знала, что они за мной. Я не хочу с ними сражаться. Вот я к змее хочу. Вот я от них убегаю, а к змее прибегаю. Вот здесь вот меня должны встретить какие-нибудь змеючки. Вот сюда мне надо. В горах. Вот видите, я в горах, подальше от коршунов. Змея, ты где? Ну, это же нечестно будет, если... Ой, на меня нападут все сразу. И коршун. Так, вот где-то вот здесь вот. А, что-то я переживаю. Здесь и много очень. Так, где змея? Слушайте, она спряталась, я вообще не вижу. Эй, ну змея, змея. Так, а, вот она, ого, их тут много. Так, ну что ж, будем сражаться. Вот так, одну мы с тобой точно победим. Главное, чтобы вторая не подошла. Ну-ка, поскорее, поскорее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну же, ну же. У змеи, а, у меня заканчивается жизнь. О, нет, слушайте, змеи для меня слишком много. Вот честное слово, да что ж такое? Может быть, у меня получится прокачать моего котика? А то что-то я совсем растерялась. Давайте мы прокачаем моему котику здоровье. Вот. Монетки немножечко потратили. У меня здоровье на 7, а скорость у меня, конечно, медленная. Ну что ж, с таким здоровьем мы попробуем еще разочки. Даже не знаю, с чего тут начинать. Ну что ж, попробуем. Может быть, там в горах мне встретится маломальская какая-нибудь... Совсем маленькая и несчастная змеючка. Ну-ка, ну-ка, побежали, котик мой. Опять той же тропинкой, той же дорожкой. Может быть, тебе повезет. Берем с собой члена твоего семейства и бежим вот сейчас через дорогу. Побежали, побежали, побежали. Может быть, здесь где-нибудь встретится ползущая. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что-то никого не видать. И жизнь у меня, кстати сказать... Тоже проблематичный. Так, здесь человек. На человека мы котом нападать не будем, ребята. Мы поищем все-таки нашу змею в городе. Ой, кажется, я вообще не туда пришла. Я вообще куда бегу? Вроде бы направление правильное. На ферме змей нету, там только собаки, белки и так далее. А мы в город направляемся. Там было 2 змеи, потому что в горах было 4. С ними я вообще справиться не могу. Ну-ка, обходим стороной белок и собак. И бежим. Все-таки есть надежда, что я справлюсь и повышу уровень своим маленьким котятам. И может мне даже повезет, и они мне будут намного сильнее. О, стоп. Вот у меня здесь вот змея есть. Кстати, совершенно близенько говорят. А, это не те 4 змейки, которые на меня напали. Ну что ж, давайте попробуем. Попробуем все-таки сразиться. Вот я подбегаю.
У меня силы уже восстановлены. Я бы, конечно, еще восстановила свою скорость. Хотя на меня змея тоже нападет. Так что, в принципе, скорость мне и энергия не сильно и нужна. Так, ну что, давай, до конца восстанавливайся. Сейчас мы уже подползаем к змеючине. Ну-ка, где она? Вы видите ее, друзья? Вот где-то здесь должна быть. Ну-ка. О, здесь она, кажется, не одна, и я опять попадаю. Вот я прямо чувствую, что тут будет целая толпа живностей. Так, что-то я ее оббежала вообще не туда. О, мне аж наверх надо. Ну ладно, побежали. Ого, я туда не заберусь. А что, змея ближе не может находиться? Может, она где-то тут? Ой, змея, я ж к тебе. Ты где? Слушайте, я ее не вижу, где она вообще? Эй, змея, ты где? Ну ты где? Вы ее видите, друзья? Может, она внизу где-то? Эй! А, вот она, давайте нападаем на нее. Вот она одна. Ой, я такой никуда туда не туда смотрю. Ай, две! Давайте на одну, на вот эту вот. Ну же, пожалуйста, не! Что же мне так не везет? Я вот даже не знаю, что мне дальше делать. Вот не могу победить змею. И хоть ты плачь, вообще ничего не получается. Даже со здоровьем своим ничего не получается. И кошечку прокачать не могу. Монеток совершенно нету. Не знаю, что с этим делать. Может, подскажете? Слушайте, может, ночью змеи не так серьезно нападают, а? Может, они поодиночке двигаются? Что-то мне не очень хочется. Ладно, пойдемте вот сюда. Ой, что это? Кто это парами так светит? Давайте обходить подальше. О, отлично. Слушайте, где еще можно найти монеток? Или хотя бы каких-то улучшений? Вот я прям уже распереживалась вся. Здесь у меня, кажется, одни вот эти животные, они мне не надо. Если я просто нападаю на какие-то животные, которые меньше меня и слабее меня, все равно у меня не получается накапливать монеток. Вот это мне не нравится в игре, то, что не могу накопить монеток, чтобы прокачать и напасть на змею и победить, а не проиграть. Пока что полностью проигрываю. Одна змея осталась. Как же мне удалось ее победить? Вот это вот я не понимаю. Как-то мне в прошлый раз удалось целых две змеи победить, а в этот раз вообще ничего не удается. Вообще не могу понять, почему. Напишите мне в комментариях, а то болтушка совсем растерялась. Так, смотрим. Ну же, где же вы, мои змейки? На тех я не пойду, те, кажется, посильнее будут. Так, вот здесь мы к городу пробираемся, там должно быть более-менее светло. Нападем ночью, мы видим хорошо ночью, а змеи, наверное, плохо. Так, подходим поближе, а энергия заканчивается, вообще ничего не получается, жизни так мало. Ребята, обидно до ужаса. Слушайте, все звери что ли спят, никого вообще нет. Вот я к городу подхожу, но змеи-то не должны спать. Эй! Змеи, вы где? Я хочу с вами немножечко посражаться. Так, давайте вот сюда побежали. По городу ночному погуляем. Клево! А может быть и в городе найдем какую-нибудь змею около какого-нибудь дома? Было бы прикольно. Так, тут посмотрим. Никого вообще ночью, что вообще никого? Друзья, так не серьезно. О, стоять, вот одна змея. Кстати, на нее мы еще, между прочим, не нападали. Вот я сейчас попробую среди этих вот сооружений ее добыть. Вот, и сейчас немножечко вот сюда. Я надеюсь, что у меня получится на этот раз, и змея будет одна одинешенька. И мы вместе с Мурочкой нападем на нее, и у нас все выйдет. Вот, кстати, я ее тут не вижу. А, вот, вижу. Все, я вижу. Побежали. А, нет, не одна, вот. А, целых три. Ну, что ж такое-то, а? Ну, вот у них жизни заканчивается намного. Побежали, Мурочка! Так, друзья, ничего у меня со змеей не выходит, и я не могу понять, почему. Может быть, мне стоит поспать? Может быть, стоит дождаться утра? Так, спим и посмотрим, что у нас будет. О, утром намного все лучше. Выходим. Ой, смотрите, это не выход, это какая-то телепортация. И мне показывают, что я могу или добраться туда за эти денежки, или там эти денежки получить. Но если вот так вот сделать, а ну-ка посмотрим. Оп, я телепортировалась.
Ой, кажется, я у себя дома нахожусь. Ну, давайте попробуем выйдем и посмотрим, что там. Нет, к сожалению, я не телепортировалась. И когда я захожу вот сюда, ага, телепортация получается у нас за деньги, к сожалению. А рядом со мной есть какой-то босс. А если я с ним сражусь, что будет, интересно? Так, а давайте мы попробуем поставить вот сюда, к этому боссу, значок. И попробуем с ним сразиться. Что это за босс? А ну-ка, 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 где? Ого! Слушайте, это что? Это кто-то летит ко мне сюда? Чайки какие-то? Я не хочу. Я с чайками не хочу сражаться. Они меня сразу... Ай-яй-яй, 11 уровня. А-а-а, вот чайка, смотрите, она на меня летит. И причем все. Вы только посмотрите. Ого! Не, мне с ними не совлада. Хотя, может быть, даже получится. И может, я за них денежку получу. Супер! Кажется, я одну чайку... Ого! Клево! Смотрите, когда я сражаюсь с боссом, я получаю монетки. А когда с простыми сражаюсь, я получаю монетки. А ну давайте заглянем на карту и посмотрим. Так, с этим боссом я уже сразилась. Или это не босс был? Слушайте, друзья, я вообще ничего понять не могу. Но давайте будем двигаться дальше и посмотрим, чем нам грозят остальные чайки. Может быть, я там тоже получу монетки? Эй, иди сюда! Вот, я с тобой сражаюсь! Давай, 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 давай! Нет, у меня жизни мало. Не получилось. Все-таки тут две чайки, жизни совсем нету. Побежали отсюда. Причем поскорее. Я думаю, что мне стоит убрать этот значок от босса, поставить его где-нибудь вот сюда, и, может быть, чайки за мной гоняться не будут. Хотя я, наверное, наивная, и чайки не были моим боссом. Но мне получилось, у меня получилось сделать невозможное, друзья. Пора качаться и немножечко собрать монет для прокачки. Ну что ж, может быть, нам Мурочку прокачать? Или все-таки Мурчика? Мурчика бы тоже не мешало бы. Например, сделать силу 8. Тогда бы, может быть, мы победили все-таки этих змей. Пойдемте на поиски змей. Я думаю, это хорошая идея. Главное, на чаек не попадаться. А заодно попробуем на кого-нибудь напасть. И, может быть, нам дадут монеты. Было бы неплохо. Только нападать нужно на кого-то слабенького и несчастненького. Так, пойдемте поскорей. Это утка? Нет, с уткой я не хочу драться. Слушайте, я не хочу нет, домой лучше не возвращаться, там чайки. Я даже не знаю, куда мне убегать. По-моему, здесь вода, да? Ого, вот это засада. Ну ладно, побежали, побежали в какую-нибудь сторону. Слушайте, мне либо в воду лезть, либо к чайке, либо к утке. Я даже не знаю, кому лучше. А здесь, кроме уток, еще и скунс ведется. О, не-не-не-не-не, я лучше обойду стороной. На скунса я тоже не хочу попадать. Друзья, слушайте, они меня просто зажали к воде. Я вот даже не знаю, что мне делать. Вот этот скунс, я на него не хочу. Там две утки, еще лучше. Ну давайте, а тут чайки. Слушайте, смотрите, либо к воде, либо никуда. Ну что ж, пойдемте попробуем с уткой или с чайкой, или за скунсом сразиться. Ну-ка, жизни у меня полные кошельки или карманы. Теперь можно двигаться дальше. Побежали, мой приятель. Будем сражаться, что еще делать? Если там меня чайки встретили, уж лучше скунс, чем чайки. Так, иди сюда, скунс. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Давай, давай, мы с тобой расправимся быстро, я надеюсь. Ты один, а нас двое. Что, не получается? А если скачок использовать? Ого! Вы представляете, он на меня напал и сразил меня. Разве такое может быть? А, убегаем от чаек. Ого, ничего себе, вот это да. Так, с кем же мне тут сражаться? Одни чайки. Ай, кажется, на меня машина наехала. Ну, случайно, честное слово, я вот убегаю от всех. Скунса вроде по дороге я не встречаю. Куда же мне двигаться-то? Там утка. Давайте немножко постоим. Чайки вроде за мной больше не гонятся. Можно постоять, немножечко набраться сил и энергии. Скунсов тоже не вижу. Ну что ж, Мурочка, бедная наша Мурочка. Совсем тебя подряпали. Так, еще немножко придется постоять. Или немножечко побегать. Даже не знаю, в какую сторону лучше бегать. Что же делать-то, друзья? Слушайте, может, переплывем на тот остров? Может быть, там чего-нибудь найдем интересненького? Почему бы и нет? Я же по водичке могу плавать.
Ой, я могу, представляете? А если я немного-немного попью, то я сразу жизни себе приобрету. Ну что ж, поплыли. Ты не утонешь? Ну, быстрее-быстрее. Можешь побыстрее? Не, в воде, кажется, он быстрее не может. Но мы переплываем на какой-то интересный остров. Я на нем, кстати, еще ни разу не была. Давай, Мурчик, давай, я в тебя верю. Может, там и змея какая-то маленькая попадется на островочке. Ну-ка. О, нет. Сюда мне вообще не надо было. Здесь, по-моему, коршун. Я с ним в жизни не справлюсь, друзья. Что делать? Так, а если мимо коршуна пройти? Если я куда-нибудь вот сюда? Нет, сюда не получается. Слушайте, меня с одной стороны окружили чайки, с другой коршун. И никакой змеи нету. Выбегай давай поскорее. Так, я прямо на коршуна попадаюсь, причем на двоих. Давайте отсюда убегать. Мне не нравится вообще. Встреча с коршуном совершенно не нравится, они куда-то отлетают. О, хорошо, они от меня отлетают, а я куда-то... О, смотрите, вот тут мы и проверим. Здесь у меня есть, так, это коршун, а здесь у меня водится еще какое-то существо. О, змеи нету. К сожалению, здесь змеи вообще такое пустынное место. Ого, да, я здесь долго буду. А, здесь опять коршун. О, друзья, по-моему, здесь на этом острове один коршун и больше никого. Нет, я перебираюсь на другой остров. Надеюсь, что там будет не коршун, а кто-нибудь меньше и кто-нибудь полегче. Вот так вот, например, змея. Так, давайте, 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 там есть утка, это тоже очень приятно. Может быть, с уткой подеремся и заработаем или не заработаем листочки. Я хотя бы догадаюсь, смогу ли я здесь заработать что-нибудь или не смогу. Или мне нужно сражаться и только змею добывать, и больше никого. Ну-ка, Мурчик, ну побыстрее перебирайся. Ну чего ты так долго? Это ужас просто, чего он так долго двигается? Давай, Мурчик, давай. Где там твоя невеста? Ого, здесь столько противников. Я даже не знаю, как я с ними справлюсь. Ладно, делать нечего, побежали. Побежали. И опять ко мне чайка. Не, ну вы только посмотрите. Либо чайка, либо хоть, ну, хоть какой-нибудь-то противник. Ну, утки еще есть. Ну что ж, я готова и с утками сразиться, а вот со скунсом я совсем не готова. Вот мой домик, кстати сказать. А вот гора, может быть, там не змея попадется. Эй, я на скунса не хочу нападать. Я хочу нападать на змею. Ну-ка, 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 ну-ка. Змея, ты же водишься в горах. Ну зачем мне белка-то? Ну белка мне совершенно незачем. Ладно, белка это все равно куда лучше. Так, где она? О, они дерутся со мной! Эй, я вообще не рассчитывала, что вы будете драться. Ну ладно, побьем их. Ну и что, они дают мне, не пойми что. Ого, сколько, ничего себе. О, кажется, нам повезло. Ну что ж, будем кушать. Отпускай, отпускай. Вот так вот, и кушай, вот. О, смотрите, и правда, побеждая других животных. О, смотрите, друзья, я не верила своим глазам. Побеждая других животных сильнее меня, я получаю вот эти вот листики. Теперь-то я могу прокачаться. И Мурчика прокачаем, и Мурочку. Так, скорость нужно прокачать. И вот я думаю, что лучше силу или здоровье. Давайте силу, вот так. А теперь Мурочку. О, она совсем слабенькая. Вот так, и больше ничего. К сожалению, 9-й уровень. Ого, опыта сильно мало. Зато сильно много открытий на сегодня. И хотя мне не удалось победить змею, мне удалось победить чайку первый раз и белку довольно сильную 11 уровня. А вы, друзья, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как же мне все-таки победить эту змею? Или мне нужно прокачиваться и других животных побеждать? А то я ничего понять без вас не могу. А еще не забывайте подписываться на канал Супер Развлекательный и жать колокольчик. С вами была Болтушка-Веселушка. Чао, какао!